Окей. Усім привіт. Це подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сосленко. Зі мною Олександр Яковенко, мій добрий знайомий і людина, яку я дуже хотів побачити в нашому подкасті. Але ми побачились тільки під час війни. Саша, привіт. 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 Саша – мій одногрупник з Аспен-інституту, а ще дуже успішний підприємець та бізнесмен з Одеси. А тепер, Саша, наскільки я правильно розумію, ти мене, будь ласка, виправ. Я тебе називаю смотрящим серед волонтерів в Одесі для своїх друзів. Так, щоб було простіше просто зрозуміти, як до тебе, ну, що ти можеш, знаєш, як, з чим до тебе можна звернутися. І слухач і глядач має знати, що Саша та команда організували великий штаб, закуповують і бронежилети, і каски, і все, що необхідно, медпрепарати, організовують роботу, допомагають по максимуму теробороні, наскільки розумієте, прямо пов'язаний, і Одеси та Одеської області. З Сашою хочу поговорити про його діяльність зараз, про те, як змінилося його ставлення до себе і до людей навколо за більше ніж місяць війни, про мрії на майбутнє, ну, а також під час розмови дещо розкриється. Перше запитання, Сань, таке. Який з цих днів найстрашніший і чому? Який що? Який із цих днів найстрашніший для тебе і чому? Ну, конечно, самый страшный день – это день войны, потому что ты слышишь эти истории только из каких-то книжек и фильмов, и ты никогда не думал о том, что ты можешь проснуться в 5 утра и с ужасом осознать, что вся твоя прошлая жизнь уже не имеет никакого значения, что с сегодняшнего дня у тебя все в корне поменялось, и ты теперь не знаешь, что будет завтра. Не то чтобы завтра, ты не знаешь, что будет через 20 минут. Поэтому для меня определенно первый день, день взрывов, когда ты проснулся от того, что началась война, это, как по мне, самый страшный день. День, когда ты находишься крайне потерянным, когда ты не понимаешь, что делать, и тебя охватывает паника, каким бы ты сильным человеком ни был. Поэтому, наверное, так как я человек действия, и первый день я ничего не делал, кроме каких-то, не то чтобы панических, но каких-то действий, типа там, собрать вещи, подготовить документы, что-то спланировать. В общем, это первый день войны, потому что ты не знаешь, что делать дальше. А про что ты боялся наибольше? Ты знаешь, мне крайне повезло, у меня очень хорошая интуиция, и я свою семью где-то за дня 4 до войны отправил отдыхать в Испанию. Это жену и дочку, и вот переживание и страх за своих близких, он отсутствовал, потому что они были в безопасности, и это давало определенную свободу действий. То есть у меня не было крайнего переживания за себя, потому что я понимал, что когда ты сам, и тебе сейчас нужно отвечать за своих близких, то ты более свободный. Вот. Но страх... Страх – это чувство безопасности, не столько даже физическое, сколько эмоциональное, сколько в какой-то степени финансовое в том числе, потому что вроде бы ты крутой бизнесмен, на бумагах ты миллионер, но когда ты понимаешь, что сегодня уже абсолютно другой день, а твой бизнес построен так, что тебе все должны, и ты работаешь условно на дебиторской задолженности, то ты, по сути, на бумагах классный чувак, а по факту у тебя там в сейфе $1000, и ты не знаешь, что делать дальше. Вот, поэтому это тоже какая-то финансовая безопасность, от которой ты находишься в страхе. Вот, но в целом, я думаю, один из шагов, почему я начал предпринимать активные действия, в том числе в волонтерстве, это чувство свободы от того, что твои близкие в безопасности находятся. Ти сказав про таке відчуття неспроможності, безпомічності. А на що воно схоже? Бессилля? Бессилля схоже. Ну, в моєму випадку я чоловік дій і чоловік, любящий контроль. А здесь ти розумієш, що все знаходиться за зонами твоєго контролю. Ну, в мирне время, по суті, теж багато знаходиться за зоною твоего контроля, но тебе кажется, или ты создаешь себе иллюзию, что нет, все нормально, ты все контролируешь. Поэтому это бессилие,
Это в первую очередь понимание того, что ты ничего не можешь изменить. Это первое. А второе – это чувство глобальной несправедливости того, что происходит. И справедливости даже не по отношению к себе, а по отношению к человечеству. Ну, то есть ты понимаешь, что это просто абсурд. Все, что происходит, это какой-то 1984. То есть какой-то Orwell. Ну, это просто... Я не могу описать это словами. И это состояние... Это состояние вот как-то, я не знаю, как это описать. В общем, сложно мне даже сказать, но внутреннее состояние бессилия, оно приводит к тому, что ты ничего не можешь делать. Якщо ти людина діє і ти людина контролю, то від безсилля ти можеш врятуватися якраз дією. І, як ти сказав, це було твоє рішення піти займатися волонтерством, тому що дія в даному випадку і діяльність, активність, вони були такою рятівною силою. А скільки часу тобі знадобилося? І ти, як ти пам'ятаєш, типу, зміну в мисленні? Все, я, бляха, зараз маю йти і почати займатися цим. І як, знаєш, що сталося? Це следующий день, 25-е. Угу. 25 января. Февраля. Февраля, да. Это, ну, на самом деле, эгоистичный мотив, потому что 24 февраля ты судорожно смотришь новости, находишься в состоянии таком коматозном. Плюс ты понимаешь, что... Ну, я для себя принял решение, что я никуда уезжать не буду. По сути, 24 февраля это... Или 25 февраля мужчины призывного возраста еще могли выезжать. Я для себя сразу принял решение, что я не буду никуда уезжать. Но это было несколько оснований. Первое это чувство несправедливости. Ну, то есть я не буду уезжать, потому что правда на моей стороне. И на стороне нашего народа. А второе – это ответственность за, ну, близких. Да, семья в Испании, но родители, сотрудники, партнеры и так далее. Поэтому было принято решение остаться. А 25 февраля я написал большое письмо своим коллегам с просьбой отставить панику, ну, тотально, потому что люди вытворяли какие-то нереальные вещи, неадекватные. И это можно объяснить. И я предложил тем, кто готов предпринимать какие-либо действия, начать эти действия предпринимать. И из 200 моих сотрудников 30 человек отозвались сразу, сказали, что да, мы готовы, мы будем в офисе. Вот. Вау. И мы 25 февраля собрались. Это было крайне интересное и непонятное ощущение, потому что, когда я всех собирал, я не знал, что мы будем делать. Ну, то есть, я понимал, что что-то делать нужно, но вот что мы будем делать, я не понимал. И это было очень интересно, потому что мы пришли в офис... Стартап! Да, 25 утра. Все в таком... Ну, понятное дело, никто не спал, все в ужасном состоянии. Там девочки заплаканные, мужчины в полном шоке. И... Мы не понимали, что делать, но вот как-то начало все происходить само собой. Пошли какие-то звонки от знакомых, знакомых, знакомых. Там, нужно срочно металл, делаем ежи. Нужно срочно песок, нужно срочно мешки. И как-то степ-бай-степ начались активные действия. Мы делали все подряд, а потом начали форматироваться в то, что мы умеем лучше всего. Ну, логистика, то есть там. Мы понимали, где брать что-либо, куда везти. У армии с логистикой очень плохо. Это закупки. Мы профессиональные менеджеры ВЭД. Мы знаем и занимаемся международной торговлей, поэтому мы сразу начали понимать, что нужно будет искать определенные товары. И так степ-степом уже начала формироваться какая-то структура. Да, волонтерская команда. Самое интересное, что я всю жизнь откупался от этого. Что значит откупался? У нас есть ряд фондов в Одессе, которым можно доверять. Ну, например, благотворительный фонд корпорации «Монстров». И я никогда не хотел заниматься волонтерством. Для меня это было неинтересно. Я просто в какой-то момент в своей жизни, пару лет назад, ну, 7 или 5 лет назад, мы приняли решение, что определенный процент от прибыли компании будет уходить на благотворительность. И, по сути, я не хотел тратить на это свое время никогда. Я откупался. Ну, нужна помощь, окей. Вот пусть фонды этим и занимаются. Никогда не думал, что моя жизнь так сложится, что я буду сам
сердцевине всех. Ты ще це вибрав в даному разі? Знаешь, это был эгоистичный выбор, потому что у тебя есть выбор сидеть и переживать, и непонятно, что делать. Или действовать, так как я человек действия, мне нужно было чем-то заняться. И я не скажу, что прямо у меня были какие-то такие вот мотивы, что вот мне нужно... Ну, первые, очередные мотивы. Там, спасать страну. Нет, у меня был первоочередный мотив. Мне нужно чем-то заняться, чтобы просто не листать новости, Facebook и BBC, и экономисты, и следить за тем, что происходит. Хочу тебе запитати далі про те, як, знаєш, як це ж абсолютно новий стартап, волонтерська діяльність твоя, і ти зіткнувся, ти кажеш, ми розібралися швиденько логістика, ми це вміємо, продажі, міжнародні домовленості, шукати, де знайти, як провести, ми це вміємо. А що ти нового про себе дізнався за ці 30 днів волонтерства? Во-первых, я узнал, що... Да, от эгоистичного к общественному. Я узнал, что я не пропаду. Это чудесно. Да. Знаешь, я понял, что, блин, я вот в непонятных обстоятельствах приспособился, понял, что нужно делать, как нужно делать и как приносить пользу. Да, в данном случае мне не нужно было приносить пользу за... какое-то финансовое вознаграждение, но я прекрасно понимал, что мне кажется, если куда меня жизнь не закинет, то ладно, я как-то разберусь. Вот. И на самом деле это для меня открытие, потому что 10 лет по своей сути, то есть 20 лет до, там, до 32 мне сейчас, я занимаюсь бизнесом, и бизнес у меня, мой первый проект, который я открыл, он до сих пор работает. То есть у меня не было каких-то таких жестких факапов, когда я все терял. Я только тоже в таком фильме смотрел, но по факту таких кейсов у меня не было. И подсознательно это всегда вызывало страх. Я думал, блин, ну если все пропадет, а я умею делать только это, что же мне делать в этой жизни? Я понял, не это иллюзия. Все окей. Это крутое открытие про себя, как на мене. Это очень хорошее открытие. Да, оно дает спокойствие. Оно дает понимание того, что все good. Все будет окей. Це опора, яку шукають інші люди, до речі. Ти її знайшов своєю діяльністю. Да. Додай, бо ти щось хотів додати. І второе – это потребности. Я осознал, что на самом деле... Это, знаешь, это настолько примитивная истина того, что в этой жизни не нужно сильно многое. Но... находясь постоянно в мире потребления, тебе кажется, что тебе чего-то не хватает. И вот когда началась война, ты понимаешь, что, в принципе, если ты находишься в физической безопасности и в базовой моральной безопасности, психологической, то это уже 90% счастья, которое мы так ищем, но не можем найти. Честно скажу, у меня... там, где-то до лет 28 у меня был достаточно эскетический образ жизни в формате того, что я ездил на очень простой машине, я ездил, ходил в очень простых вещах, летал эконом-классом, мне не особо нужно было тратить деньги в каком-то большом. Но там последние 2-3 года, не знаю, как так получилось, все перешло немножко в другой формат. И я не скажу, что я получал это удовольствие, но как-то вот так круто. Бизнес-классы, самолеты, классные машины и так далее, классные часы. И я вот сейчас осознал, что я объективно повелся просто на свое окружение. Ну, то есть мне никогда не было в этом потребности. А сейчас я оказался в ситуации, когда это вообще ушло на второй план, потому что это не имеет никакого значения на сегодняшний момент. Я понял, что, блин, я где-то года 3 назад попал не на ту тропинку, потому что это не мои ценности, это мне неинтересно, и я повелся просто на какое-то общественное мнение того, что круто. Тоже примитивный вывод, но он оказался в том числе очень фундаментальным, потому что немножко откорректировал мою модель поведения. Вот. Заверши, я потом скажу. Я говорю, начал жалеть, что, блин, тратил деньги не на бронежилет.
знаешь, типа, кто же знав? Это понятно. Люди, які навколо тебе за ці 30 днів, 33 дні вже зараз, ти їх помічав, то когось ти знав раніше, і хтось відкрився для тебе по-новому. Когось ти, можливо, не знав, але якось побачив, от які ми, інші люди, інші українці, там, з медіа, або ще якось, з тих, хто тобі дзвонить, там, Саша, треба це, або Саша, візьми це, або Саша, дякую за це. Що ти помітив про українців, які тебе оточують близько, які, навпаки, більш ширші? Ну, знаєш, з одної сторони щастя, з іншої сторони розчарування. Розові очки сходять потихоньку. Тобто, перші тиждень ти знаходишся в ейфорії, в адреналіні. Ти бачиш якесь єдинство, не замічає определенные факапи со стороны людей. Сейчас ты становишься реалистом более-менее, и ты понимаешь, что люди разные, и украинцы тоже разные. И если вначале это вызывало агрессию определенную, то сейчас это вызывает... Это не вызывает, это вызывает принятие. То есть, как бы, да, люди ведут себя по-разному, некоторые ведут себя не совсем корректно, некоторые удивляют, некоторые, от некоторых ты приходишь в восторг, но глобально... Я понял, что люди от внешних обстоятельств глобально не меняются. То есть, если, допустим, какой-то человек был с тобой некорректен там, в бизнесе, либо неэтичен в жизни, то когда наступила война, он прикрылся немножко добрыми делами, но по факту модель его поведения не поменялась, за редким исключением. Поэтому... Выводы, но люди, которые были в нейтральных тонах, открылись кто-то с хорошей стороны, кто-то с не очень хорошей стороны. Если возвращаться к твоему вопросу, то да, очень много открытий. В большинстве своем они положительные. И я вижу очень много людей, которые ну, творят невероятные вещи. Но при этом, в отличие от первых недель войны, я уже не забываю, что спекуляция это одна из, как это говорят, в общем, одна из проблем. Украинцев? Нет, не украинцев, всех людей. Я не всех буду разделять. Просто я понимаю, что не стоит опираться на свои принципы, на свой этический подход. Нужно осознавать, что люди остаются людьми и... Каждый ведет себя по-разному, и нужно все перепроверять, все пересматривать и понимать, что ситуации бывают разные. В общем, сейчас, когда я слышу человека, который мне говорит, Саша, я тебе отдаю тепловизоры по себестоимости, и он это повторяет 3 раза, это означает, что ты его должен тогда 3 раза перепроверить. Потому что слово по себестоимости в 90% случаев означает, что, видимо, человек собирается заработать. Вот. А с другой стороны, мне очень нравятся те люди, которые в открытую говорят. Ты знаешь, я покупаю там, не знаю, тепловизоры за 1500 долларов, за 1500 евро в Польше. У меня комиссия 10%. Мне нужно кормить семью, мне нужно там кормить сотрудников. Или просто, честно. У меня комиссия 10%. И для меня это гораздо более прозрачный и адекватный подход, который мне не вызывает никакого отторжения, не вызывает состояния, в котором... Типа, ты зарабатываешь. Нет, у меня это, ну, как бы нормально. Человек зарабатывает, ему нужно кормить семью. Он делает честно, прозрачно. Он ездит по Европе, ищет поставщиков и берется за это 10%. Чем истории про себестоимость и про все родине, факты, понимаешь. Наскільки я розумію, в свою волонтерську діяльність ти в тому числі оплачуєш своїми персональними коштами або коштами своєї компанії. А я хотів тебе запитати, наскільки, як ти вважаєш, наскільки... Де границя того, що ти можеш собі дозволити? Тобто, скільки зі своїх там, можливостей фінансових ти можеш віддати на волонтерство, і скільки потрібно віддавати? Чи сформувалася в тебе ця ясність? Тому що я бачу багато запитань навколо і в себе, в тому числі, скільки я готовий віддавати, скільки я маю віддавати, що я маю робити і скільки я можу зробити? Де границя твоя? Смотри, я зараз розкажу свою позицію. Вона була неоднозначна. Начало по нескольким причинам. Когда на где-то на второй, на третий день войны я принял решение, что я могу уйти.
минус 100 тысяч долларов, значит минус 100 тысяч. То есть я могу пожертвовать в районе 100 тысяч долларов на волонтерскую деятельность. Uh-huh. Но я не понимал, что я смогу тратить дальше. На это было ряд причин. Бизнес у меня построен так, что у меня сумасшедшая дебиторская задолженность. То есть мне клиенты, я предоставляю свои услуги в отсрочку. И я не мог понять, кто из этих клиентов рассчитается, а кто нет. То есть я не мог понять, по сути, сколько денег по итогам денежных средств, по итогам войны у меня останется. Соответственно, mm-hmm. из этих средств я могу пожертвовать в помощь страны. Сейчас, когда клиенты начинают расчехляться, начинают работать, мы запустили коммерческую деятельность, я могу увеличивать сумму своих инвестиций в эту деятельность. Но самое крутое во всех этих историях заключается в том, что так как я запустил маховик, у меня сейчас людей, донаторов, которые дают средства, на сегодняшний момент даже чуть больше, чем я могу потратить качественно. Что это означает? Мне тяжело и правильного поставщика, чтобы не переплатить и получить груз в срок. Это проблема большая. То есть я боюсь, ну не боюсь, я не хочу факапов, я не хочу переплачивать, там, не знаю, за бронежилет и там, 1000 евро платить, когда я понимаю, что они должны стоить 600 и так далее. Соответственно, мы постоянно ищем, находимся в поиске. У меня очень много партнеров зарубежных, которые предлагают там оплачивать какие-то счета. Я предлагаю им оплачивать счета сразу напрямую поставщикам. И, ну, так как я предлагаю им так делать. Саня. Повтори фразу, я предлагаю им оплачивать счета. Я предлагаю им оплачивать счета сразу на поставщиков. Соответственно, поставщик должен быть проверен с адекватными ценами, чтобы у людей, которые жертвуют свои деньги, не было ощущения дискомфорта от того, что они за что-то переплачивают. Соответственно, это очень демотивирует. Вот. У меня очень мало массовых донаторов, то есть людей, которые там переводят по 500 долларов, по 700 долларов или еще меньше. Но в основном это какие-то фонды, какие-то ребята, которые там делают чеки от 20, от 50 тысяч долларов. Я думаю, средний чек реально на сегодняшний момент это в районе там 50-70 тысяч евро. Як ти вважаєш, що допомагає їм довіряти тому, довіряти тобі? Я не знаю, я сам в шокі. Чесно тебе говорю. У мене просто несколько кейсів, ну, неадекватних. Просто в Facebook стучатся какие-то ребята-айтишники. Компания Digital Inspires. Они разрешили себя называть. У них крупная айтишная компания. Они просто написали, что там у них есть 50 тысяч евро. Потом там есть 150 тысяч евро. И они говорят, что оплачивать. Я их ни разу не видел. Я не знаю, кто они. Я не понимаю вообще, почему они мне написали. Я просто делаю максимально открытый подход. То есть они там оплатили тепловизоры. Я их раздал, показал акты, отфотографировал, попросил, чтобы ребята писали, если что-то произошло, они эти тепловизоры как-то помогли что-то сделать. Вот. То же самое, какие-то судовладельцы пожертвовали 100 тысяч долларов. Я тоже не знаю, кто, как они меня нашли, почему они мне написали и так далее. И это при том, что я не супер публичный в Фейсбуке или в Инстаграме, то есть mm-hmm. у меня нет подписчиков, я не особо был социально активен. И, ну, таких примеров достаточно много, и я люблю повторять и люблю говорить о том, что на самом деле, если смотреть в сумму, мое личное вложение не такое большое, ни финансово, ни наверное, организационно большое, ни финансово, ни как бы и не личный вклад руками. Что я под это подразумеваю? У меня получается очень хорошо соединять людей. Ну, как это выглядит? То есть я даю старт какой-то системе. То есть там ребятам закупил сталь, нашел, кто эту сталь будет закаливать, нашел, кто будет делать плитконоски, нашел, познакомился с военными, с достаточно высокими чинами, чтобы четко и правильно распределять. Потом всех со всеми соединил. Тот, кто делает сталь, тот, кто ее закаливает, тот, кто пишет плитконоски.
И по сути своей, по итогу в цепочке мне остается только распределять, куда эти плитконоски, куда эти бронежилеты будут уходить. И таких примеров много. Мене також цікавить, як ти персонально змінив свої рутини впродовж дня. От ти 33 дні ми воюємо, 34. Ти якось прокидався і спав раніше, зараз ти якось інакше прокидаєшся і спиш, якось інакше їси, якось інакше витрачаєш час на, там, не знаю, прочитання новин, якось інакше робиш що ще. Як змінилися твої звички зараз? Ой, для мене це... Очень большой стресс. Ну, понятное дело, для всех это стресс, но так как я стараюсь быть системным человеком, а моя жизнь полностью поменялась, для меня это просто ад. Начиная от того, что я ночую, иногда там к родителям заезжаю, иногда дома, иногда в офисе, иногда у друзей, и просто все перемешалось, это ад. Ну, понятное дело, беспокойные ночи – это факт, потому что ты все равно просыпаешься утром с мыслью о том, что произошло ночью, нужно смотреть там новости и так далее. Все поменялось. Я вот только сейчас начинаю потихоньку какие-то традиционные для себя штуки возвращать. Это там завтраки, это пропал какие-то после пробежки. Папа после фразы все поменялось, я вот только сейчас, если можешь еще раз. И все поменялось, я только сейчас начал возвращать в привычку какие-то важные для меня традиции. Вот. И это дает привязку к реальности, потому что в противном случае ты психологически очень выматываешься. А какие твои важные традиции? Ты кажешь про бишки? Ну, я, допустим, отдал собаку свою к родителям. Соответственно, для меня всегда уже на протяжении последних полугода там, утренняя прогулка с собакой и вечерняя прогулка с собакой – это определенная традиция, когда я остаюсь с собой. Вот. Так как мне нужно быть мобильным, я собаку отвез родителям. Сейчас я вернул обратно к себе, потому что мне это помогает психологически, но и помогает в плане там, прогулок и так далее. Вот. Это завтраки, которых не было. Ну, то есть... Жена уехала, утренняя традиция завтрака пропала. Вот, это тоже сильно влияет. Я это тоже вернул сейчас с родителями с завтраками. Ну, много моментов. Вот, поэтому стараемся немножко возвращаться в ритм реальности. Дуже складно дозволити собі розвагу або відключку. Тому що видається, що відразу почуття вини, провини виникає. Чи дозволяєш ти собі якось відволікатися? Адже це є необхідність для того, щоб ти був психологічно здоровий і міг продовжити свою діяльність. Андрій, я тобі розкрою секрет. Я до війни. У мене до війни виникало чувство вини за розвлечення. Ух ты. Поэтому в моей жизни абсолютно ничего в этом плане не поменялось. У меня было чувство вины за то, что я отдыхаю, а не работаю. До войны так осталось чувство вины за то, что я работаю вместо волонтерства сейчас. Угу. Поэтому, как я недолго не работал психотерапевтом и не пытался решить эту проблему, у меня не получилось. Ну, але ты в цьому уже далеко не один. Далеко не один у цьому зараз. А які розваги, або які, знаєш, як ти кажеш, там рутини з'явилися, а що ти собі дозволяєш? Знаєш, що таке запретний плод який? Який тобі допомагає? Я, наприклад, там, не знаю, вино можу зараз пити, хоча спочатку я навіть смак не розрізняв, просто треба було для того, щоб знизити напругу, а зараз вже навіть трохи повертаються старі якісь рецепторні штуки. Ну так, до розваг я відношу. Первое – это прогулки собак. Для меня это развлечение и умиротворение. Второе – это я скачал ТикТок и полчаса в день перед сном втыкаю в смешные истории военные положительно, которые влияют и дают какую-то... которые мало относятся к реальности, но дают определенную разрядку и мотивацию того, что вроде бы все хорошо и все будет хорошо. Потому что когда ты включаешь критическое мышление, читая новости, ты понимаешь, что, ну, понятно, особенно находясь изнутри, ты понимаешь, что, ну, пропаганда работает с нашей стороны в том числе, показывая действительность лучше, чем она есть на самом деле. И когда ты читаешь какие-то обозревательные статьи, ты понимаешь, что... и включаешь критическое мышление, ты понимаешь, что, ну, ситуация сложная.
Когда ты включаешь TikTok, ты понимаешь, что ситуация веселая. Поэтому теперь у меня 30-минутный тупизм в TikTok. Это для меня развлечение. Что-что? Скажу, хоть якось відпочиваєш. І є ще щось? Да. Пробежки. Вернулся в спорт, когда я бегаю. У меня хоть и возникает чувство вины, что, блин, люди на войне бегают, а я здесь по трассе здоровья бегаю. Но это тоже помогает отвлекаться. А на завершення декілька таких екзистенційних речей для мене, наприклад, важливих. Що тобі дається зараз, от, що для Саши Яковенка найскладніше зараз, от в ці дні війни? От. Що в твоєму бутті найскладніше зараз? Мені завжди казалось, це, кстати, возвращаясь к первому вопросу, що помінялось в тебе, що ти узнала о себе, і це, мабуть, найскладніше. Мені завжди казалось, що я дуже сильно люблю одиночество. Мені його не хватало крайне, і мені казалось, що, блін, як же хочется быть одному. Иногда, а иногда и очень подольше. Сейчас, как, знаешь, как ты понимаешь, нужно быть аккуратным со своими мечтами. Месяц, находясь вдали от своих близких людей, от ребенка, от жены, от собаки, я понимаю, что самое сложное, что сейчас является для меня, это быть в одиночестве. Ви знаєте, на цьому моменті у Саші перервався зв'язок, і ми вимушені були завершити, але я дам вам відповідь ще на одне запитання, яке я Сашку поставив. Тож, що найскладніше для Саші? Це те, що він відчуває себе дуже одиноким, хоча він про це мріяв, але виявилося, що це найскладніше на цьому етапі. Також я у Саші на завершення запитав, що буде для нього найбільшою перемогою у цій війні. І він сказав, що якщо наше ДНК українське зміниться на те, яке він зараз бачить у людях. Єдність, велика взаємопідтримка, нетолерантність до корупції, велика сила. А я його у цьому підтримую. Нагадую, ви дивилися третій військовий випуск подкасту або слухали «Як ти думаєш?» Мій гість Саша Яковенка. Дякую вам і приходьте ще. Разом переможемо.